Если вы окажетесь здесь, значит, вы решили вернуться. Здравствуйте, меня зовут Марк С. И я по собственной воле решил пройти процедуру, известную как разделение. Сериал производства Apple. Я даю разрешение на разделение моих воспоминаний о работе и личной жизни. Я осознаю, что когда процедура будет завершена, я не смогу получить доступ к личным воспоминаниям, находясь на определенном этапе. Скажите благодарность. И не буду помнить ничего о работе. Эй! Простите, возвращаясь домой после рабочего дня. Я говорю это по своей воле. Режиссер Бен Стиллер. Привет, детки. Что на ужин? Мы предупреждали. Насчет приветствия? Вы пошутили. Она нам противна. Сколько мы назвали причин? 8. Доброе утро. Здравствуйте, мистер Милчик. Марк, можно тебе? Питти у нас больше не работает. Мне жаль, Марк. Вы были одним из моих любимых приятелей по работе. Что произошло? Мы бы рассказали, но, увы, политика неразглашения это запрещает. Теперь ты занимаешь должность главы отдела. Поздравляю. Ты можешь пожать мне руку, попросив об этом. Спасибо. Можно пожать вам руку? Мы знакомы? Меня зовут Питти. Я с работы. Так, мы друзья? Я твой лучший друг. Все не так, как они говорят. Я думал, что нужно быть чудовищем, чтобы поместить человека в этот офис. Особенно, если человек делал это сам. Если ты хочешь узнать, что там происходит, то найдешь начало очень долгого ответа. Что происходит? Чем мы вообще тут занимаемся? Разделение. Важно, чтобы у тебя были добрые глаза. Ты умеешь делать глаза добрыми? На Apple TV+ и Alex Film.